Физкульт, привет, друзья! На связи Muscle Shop. И в этом видео будет обзор на шведскую стенку, которая называется Ladas Universal Pro Plus. Уже были обзоры на подобные стенки дважды на канале, но это немножко другие были стенки, но тоже передвижные. Был обзор на шведскую стенку Universal и был обзор на Universal Wood Pro. Отличие от универсала простого — это грузоподъемность здесь увеличена на 150 килограмм, она рассчитана. Больше сечения профиля, здесь 50 на 50 уже труба идет. В обычном универсале 50 на 40. Брусья по-другому немножко вешаются. Здесь усилены, вот перемычки есть дополнительно на брусьях. Здесь турник несъемный тоже с косынками. Добавлен параллельный хват на турнике. Большая спинка под спину для прокачки пресса. Ну и отличительная особенность — это скамья из полиуретана. Вот она состоит из трех секций, из трех частей. Для жима и для пресса. А также есть здесь дополнительно вот такие ловушки, которые легко переставляются для штанги. И опять же, они на разных уровнях, под разный рост человека сделаны. То есть, в принципе, очень удобно заниматься со штангой, делать жим лежа. Под разными углами его можно делать. В конце видео, кстати, дам промокод, по которому вы получите дополнительную скидку на любой товар из нашего магазина. Как я уже сказал, эта модель передвижная. Ее не нужно крепить. Удобно использовать, особенно людям, которые живут в частном секторе. К примеру, у меня тоже есть такая же модель дома, ну только предыдущего поколения. Вы летом выносите ее на улицу и занимаетесь спокойно, ну и желательно под навесом ее поставить, потому что попадание воды и прямого солнечного света нежелательно. Ну, ультрафиолет, естественно, будет разрушать вот эти мягкие элементы. Дождь будет, вот болтовые соединения, которые, ну, в принципе, здесь будут колпачки, и есть они здесь, мы просто не поставили. Но, тем не менее, ну, прямое попадание воды, естественно, нежелательно. Вообще-то стенка позиционируется как домашняя, то есть квартиру. Но, я же говорю, вот из собственной практики у меня уже стоит она третий год, и все в порядке. Ну, таким образом, то есть летом на улице, зимой в доме стоит. Давайте по характеристикам. Значит, здесь турник. Турник жестко фиксируется на высоте 2,35. То есть вот у меня рост 1,82 м, вот я, в принципе, вот на вытянутой руке кончиками пальцев достаю до турника. То есть если повиснуть, то у меня ноги уже не будут касаться пола. То есть вот до 1,85 м вы можете спокойно висеть, не касаясь пола. Если выше, уже, наверное, немножко будете кончиками доставать. Турник имеет 6 ручек. Ручки тоже выполнены из полиуретана с продольными насечками, то есть, чтобы рука не скользила. Вот широкий хват, параллельный широкий и параллельный узкий хват. Опять же, косынки здесь есть для усиления, потому что это уже модель на 150 килограмм рассчитана. Перемычки. Вот я первый раз, когда увидел, я думал, что они хромированные. Ну, когда только завод выпустил, это, правда, свежая модель этого года еще позиция. Я думал, что они в хроме, но приехал, вот собрал. Они просто крашеные, но покраска интересная, такая мокрый асфальт, мне очень нравится, такой цвет прикольный. Хром бы не так смотрелся. Покраска вот самой трубы идет порошковая, черная, матовая, и есть исполнение такого же белый глянец. То есть когда вы заказываете, вы можете указать в комментарии, какую стенку вы хотите: черную, матовую либо белую. Ну, в принципе, просто пишите там белая либо черная, потому что в карточке товара у нас, вот я не помню, есть ли на все изображения белые и черные, как они выглядят, но в комментарии можете указать это, и, ну, сделаем именно под ваш заказ любого цвета. Далее, брусья. Вот, удобная вот эта большая спинка, она тоже из полиуретана, отлита из полиуретана. И гораздо удобнее, потому что на обычном универсале она вот такая коротенькая. Ну, здесь удобнее гораздо делать пресс в висе. Сейчас вот сниму стенку, эту лавочку. Что касается брусьев,
Вот здесь вот обращайте внимание, потому что на этой модели вот как раз единственная, наверное, из производителей, насколько я помню, они делают из полиуретана вот эти подлокотники. И здесь вот такое углубление, вот такая вот выемка, то есть рука ложится и все, она уже никуда не двигается. То есть очень удобно делать пресс. Ну и плюс они очень долговечны, эти подушки, потому что кожзам, как известно, он там потрескается, порвется со временем. Брусья тоже вот имеют дополнительную перемычку здесь, косынка. Это опять же из расчета, что на стенке будут заниматься тяжеловесы. Вот, усиленно. Вот крюки под штангу. Они здесь фиксируются барашками и переставляются. Вот отверстие есть на лестнице. И на любую высоту вы можете их ставить. Здесь барашком зафиксировали, положили гриф, поставили скамью. И делайте спокойно жим лежа под разными углами. Что интересно, вот по скамье, вот посмотрите, она может использоваться как отдельно. То есть можете пресс качать вот сейчас вот так, просто положив ее на пол. А можете работать и на лестнице. Причем, ну, если пресс вы делаете, то разворачиваете наоборот, под разными углами ставите, прокачиваете пресс, вот подушки под колени и под голеностоп, вот есть они тоже полиуретановые, мягкие. Они причем регулируются вот здесь есть. Посмотри, вот поближе покажи. Здесь вот регулировка есть под разный рост. То есть, ну, мне вот нормально, а если человек ростом ниже, чем 182, то можно переставлять. И, соответственно, удобнее будет делать. Есть еще вот такая подушка, в комплекте тоже она идет, тоже из полиуретана. Вы ее ставите. Вот. И это для того, чтобы вы смогли делать жим лежа под углом. Потому что когда вы лежите, естественно, вы съезжаете. А так вы уперлись вот в нее, ложитесь, ну, можете угол больше ставить и делаете жим штанги. То есть очень удобно, все продумано, скажу вам. Здесь можно прокачивать спину всеми хватами, ну, известными. Здесь можно прокачать пресс. Тоже виси на нижнюю часть, среднюю часть и верхнюю пресса тоже прокачиваете. Брусья на грудные мышцы, трицепс работает. И плюс дальше пошло уже упражнение со штангой. Естественно, можно и без штанги, гантелями. Приседания можно делать, те же вот эти вот ловушки ставите повыше сюда. Приседаете со штангой, то есть снимаете гриф, приседаете, ставите обратно. То есть, в принципе, вы здесь можете проделать огромный комплекс упражнений на все тело практически. Цена этой модели на сегодня 8 890. На сайте это есть. В принципе, ссылочка будет внизу под описанием. Толщина металла 2 мм здесь. Можете не волноваться за качество. Все вот эти вот элементы закрыты декоративными колпачками, вот все болты. А если вы покупаете у нас эту стенку, то у нас в подарок еще к ней идет вот такой кистевой эспандер с регулировкой нагрузки. То есть вы можете прокачивать не только все внешние мышцы, но и мышцы предплечья еще. Занимайтесь на шведских стенках. Удобный вариант. С вами был Сергей. До новых встреч.